Немного. Чики-бреки. И в манке. Не умеют. Там какой-то бомж. Там его труп. Где бомж? Вон. Вот там вон ходит. Там ходит. Там когда подойдет сюда, тогда. Тупые. Ну, тупые. А, гет. Что? Я, короче, сейчас с Чарличками в Warframe играю. Бежит, тут бежит, у какого-то хуя был. Чёрный красный или потом в чат. Написали. Nice ship color and red and black dude. Правильно. Я сам, мне кажется, я тебя... А он им такой... Насыль персонал. Что тебе кажется? У тебя шляпа пробная. Я тебя смотрю, я на тебя смотрю сверху. Типа, вот иди сюда. У тебя шляпа в потолке немного прячется. Глаза. А, ну, кстати, я вижу, как у тебя голова поднимается. Выше посмотри. Наверх. Ну, голова поднимается. Там зомби идет. Нет. Ты зарегни! Короче, давай. Опять кто-то. Еще два. Нет. У меня патронов все-таки мало. Спустился. Нет. Нет. Всего осталось. А я смогу с тебя оружие снять? Понятия не имею. Меня с двух ударов убили. Говно. Да, нахер У меня оружия нет, Гет. Блин, Степан, купи мне вместо Плекс копателя. Окей, кинул копателя тебе на баунти. Какой-то уходи отсюда. Мы стали зомби. Ты зомби, Гет? Нет, я не зомби. Американский солдат недоверчиво меня посмотрел. Данит 07. Это Данит. Есть тема монахов дорисовать. Ну не прям сейчас, а то я в каточке. Говна. На мите. Есть такая маза, ребзя. Маза. Ты уже зомби? А, ты с самого я начала? Я сам первый зомби. Ты жопа пиздник, я ебала, я пыль. Ты пиздник. Еганвегион. Евангелион это то самое глубокое аниме. Это самое лучшее массовое мультиплеерное онлайн-ролевая игра. Какашка. Хотел сказать таблица Excel. Большая. Вообще-то единственная винная массовая мультиплеерная онлайн игра это таблица Excel. Он Life is Strange thread номер 20. Ты говно еще в онгоинге? Вообще заебали, блин, игры. Как зомби не могут двери открывать? Что за моды взяли? Это мадьё. Ай!
Ты на доме, что ли? Ой, на дереве? Нет, меня сквозь все это убили. Тебя убили уже? А, все, меня убили. Меня били, блядь. Голосование закончено. Зомби быть тупо. Чтобы начать голосование еще раз, нужно немного подождать. Light Symphony норм. Ты играл? Да, я ее купил, когда мы купили. Там чё вообще? Там типа мод. Игра хорошая, но это мод на Half-Life 2. Типа. Чё? Как порт. Понятно. Там же вроде на мечах чё-то. Ну да, это... А там Chivalry, что ли? Это мёд... Мёд на Half-Life 2. Бля, Витя, Витя. Что? Ты колбасику на день рождения дарил какую-то аниме-хуйню, которую он потом мне подарил то ли на день рождения, то ли на Новый год. Типичный колбасик. Не знаю. А ты даже ни разу не натыкался на библиотеку, потому что не запомнил даже, как она называется. Я тебе у вас стримнат подарил. Это ты там на дороге. Ты где, блядь? На уге отсутствует. Что у меня? Ты где? Чё-то не вы. Я рядом с тобой. Холодильник. Парень, ты чё-то? Выглядит скорее как мод на Warframe. Как ты? Почему ты решил? Если они будут прыгать, если они будут прыгать, то он обзор. Да, они будут прыгать. Я уже внизу. Так, а сзади нас смогут обойти? Конечно, могут. Они что же могут спрыгнуть? Если нет. Мы двери не открыли. Где мы будем стоять? А, если мы двери не закрыли в автобусе, тогда они могут там. Вот здесь стоять. Вон он идет, там кто-то идет уже сверху, я видел. Здесь? У меня читы, у меня выход. А, блин, здесь шаг. Говно. Мы сейчас серьезно играем в эту игру. Да? Ладно. А что, во что играть? Warframe, что ли? Да. Не. Хотя в шахте норм. Тихо, не пались. Иди здесь, всё, пошли. Присядь. Сидя ходим, чтоб не слышно. Как в КС, типа. У тебя какое оружие? Ты где двустволку достал, чмо? Купил в донатшоте. Говно. У меня там левел локт был. Нет, стволка у меня была открыта с самого начала. Я даже второй левел. А, я первый левел. Нет, так я тоже первый в фонде все делал. Вон там Евангелион убили, нет. Чё прок с гасов там. Евангелион он типа прошаренный. Ой, я не с тобой. Я думал, это по нам. Зомби. Ты плавил. Постой. Что? Там ей. Удивляйте, волосы завелились. Как уши, короче. Что ты делаешь? Я?
Лика, повернись, да-да-да. Повернись в мою сторону. Что? Блин, через shift нельзя. Тебя скринить. Вот сюда подойди. Какие у него флоры. Тоже пошли. Норм, кстати, вообще играем в экшен. Вот там Фрог с кассы еще жив. Тихо-тихо-тихо, не помню. Вдруг их сквозь стены видно. А в чат вот есть вообще? Да, сидим здесь, шкеримся. Всего 10 минут. Шкеримся. Что у меня сейчас в руке? Нож или рука? Вообще ничего. Ты гранаты за пояс. А ну-ка, ноль. У меня. А у меня ноль гранат. У меня нет. У меня. У меня граната есть? Да. Ты очень смешно держишь. Супер кап. Да может я. А я мод пейтер. Мильян радует. А ну-ка, а сядь вот в эту вот, в этот блок. Нет, вот сюда. Вот туда сядь, вот. Не, не пролезаю. Ну постой, ну я хотел посмотреть, как выглядит. Что ты, а, в этот? Да. А стрелять из него можешь? Ого-го, да, могу. А, чё? Это шляпа тырит. Вот так они выглядят. Просто одна шляпа тырит. Всё, я заблокировал. Если на моей шляпе нет хитбокса, то я вообще бессмертный. Бля, мне стрела в голову. Ес! Ау! У меня прям из башки стрела торчит. А, из арбалета это? Да. Ой, там зомби летают. Алекс. 201. 2001. Да ничего не вижу. Я вижу вон там вот. О, мы опять вдвоем остались. И под нами, и не под нами, а там внизу где-то был. Рахико. Ты их видишь вообще? Хз, у меня через сквозь стены ники. А во-во-во, я Рахико вот уже. Сукобок. Сукобок, да. Слышу, как тихо идет. Мне вылезти из этой толпы или нет? Надо. О, до конца голосования. О, Гетс, ты че? Нет, Гет, столько не Гет. Издеваешься? Я такой типа перл. До конца голосования осталось 9. Гет, нет, я выйду, если ты тебя кну. Ладно. О, игрок не читер. Где они? Салат 228. А покажи, издеваешься, это какой-то мем? Да. Сила! Нет, я не читер! Я так и смотри, смотри, тут написано, что бы начать голосование нужно.
Мне все-таки кажется, что это все иронично. Нет, ну как можно быть настолько даунными и при этом быть способными сделать игру? Это ты прокопатели? Да. Ну типа. Я про его разработчика. Тем более, ну, тем не менее, они деньги получают, а ты нет. А если они еще и школьники, то они супер успешные. Ну, блядь, вот не могут они быть такими даунами. Да, даже не мочь связать два слова, блядь. Блин, у них там какая-то компания, типа Digger World, что-то такое. Да это два школьника на информатике сделали игру. Угу. И типа и зарегистрировали юридическое лицо в Кенте, в Великобритании, да? И являются даунами. Опять голосование. Нет. Все думают. Газ, ты прямо читер. Сидишь тут, крутишься на месте. Ой, Евангелион вылетел. О, смотри, типа. Влияние. Тихо, тихо. А, это ты. Нет! Стим не инициализирован. Нет, нет! Другие игроки проголосовали, что вы читали. Я один остался, нет. Мне нравится формулировка. Да. Другие. Чтобы начать голосование еще раз нужно... Надо еще было проголосовали то, что вы читер. Так там так и есть. Нет, ну именно то, что вот это, блядь, самое дегенерация. Там какой-то школьник спамит голосование. А нет, тут проголосовали, что вы читер. Как мне нужны скриншоты, Нет, они все еще пытаются меня кикнуть. Сейчас кик. Верфачан. Сервер дикий чел. Рот нужны вещи. Федор сюды. Опа. Строим дома. Женек, тебе еще долго работать? Да. Сука, что? Ты где? Снаружи! Кто-то уже вышел. Мой хики гетс! Я стал зомби. Ты можешь не надо, иди. Не, иди. Нет, ну конечно не понял. А нет! Попробуй. Ну сучечка, ну выйди, ну близ. Попробуй ко мне прийти только беспалевно, чтоб за тобой никто не шел. Я не знаю вообще, где они тут на поверхности нет. Вот он! Где? Где? Я невидимый вообще. Я хожу. Никого не вижу. Автомильян бежит в сторону тебя. Реал? В машину или в шахту? Не-не-не, он тут скачет по горам вместе со мной. Все, он развернулся. Он к шахте бежал. Теперь убегает. Они все еще не могут начать голосование. Голососание. Баним его. О, подожди, я не читер. Блядь, нет.
Игрок не читер. Полторы минуты осталось. Лох ёбаный, я выйду на 30 секунде и буду по всем. А хотя нет, слишком. Не, не надо, просто сиди. В реальной жизни, короче. Витя, спокойно. Витя. Не говорите, да. Типа, давайте того, кто на Олимпийских играх победил, будем выкидывать. И банить. Потому что он победил. Я все такие, голосуйте против него. Бля, да пошел ты так. И он тут мимо меня пишет. Умрите от спида. Ой, я буду с этим паталотом гонять, он вроде нормально. Паталотом! Кадима бог конца! Вот, 15 секунд осталось. Я выхожу. Не надо. Надо выиграть, обязательно. Степан, ты смотришь или нет? Да. Ну блин, хороший трет. Там, блин, там разрушили мой детский манимир. Там, короче, эти тиранозавры с перьями. Тут время кончилось и ничего. А я вышел, но тут никого нет. Ведь динозавры были всегда с перьями. Блин, тиранозавр с перьями. Где был? И трицератопс с перьями. Не, ну с перьями ты пиздачи. Блин, тиранозавр. Показывай только. Я бы хотел, чтобы у меня перья были. Ха-ха! Пернатый я! Вместо волос. Так подожди, время кончилось. А хули? Ну, видимо, игра не предусмотрена. Можно то, что тело люди в живых остаются. Там, короче, какой-то серьезный тред, где постят. Я бы этих пернатых динозавров. И это типа мир фетиш, поэтому это клево. Что? Нет, это вообще-то наука, придурок. Ах, это еще круче. Да. Потому что это и вирд фетиш, и наука, типа. Че? Поэтому всем анимешники. Я змея кикнули? Шо нахуй. Да, игра зашарена. Так, все, я наигрался.